22 марта фонд «Гомель-Облимущество» проведет очередной аукцион. На торги выставлены объекты, которые могут быть использованы для предпринимательской деятельности или под жилье. В их числе два здания сельских клубов в Ельском районе. В деревне Беки площадью почти 160 квадратных метров. В деревне Чертень площадью почти 200 квадратных метров. В Мозырском районе в деревне Лишня на аукцион выставлено здание клуба, площадь которого 145 квадратных метров. Объект предназначен для осуществления предпринимательской деятельности. Задаток для участия в аукционах составляет одну базовую величину. Документы принимаются в фонде «Гомель-Облимущество» по адресу Гомель, проспект Ленина, 3, кабинет 412. Последний день подачи заявки – 20 марта. Кроме того, в конце марта пройдет еще несколько аукционных торгов. Подробности можно узнать на сайте фонда «Гомель-Облимущество», а также по номерам телефонов в Гомеле 70 38 49 или 70 36 43.